ночь наступила очень неожиданно для большинства регионов. В Москве температура в первый день сентября опустилась на 15 градусов. Многие из нас оказались не готовы к этому капризу природы, но все-таки давайте себя утеплять. Утеплять, пока еще мы это успеваем сделать, и заботиться о своем здоровье, потому что сегодня впервые мы вам представляем куртку Ванесса как главное предложение дня. Это еще и куртка, которая впервые за все 10 лет истории существования телеканала Шопеншоу представлена в 16 оттенков. Ну и, конечно, расскажет нам о куртке наш легендарный Микола Комендров, который работает с самыми разными фактурами и материалами. И что нам нужно осенью? Конечно же, куртка, которая нас согреет. Из евросиндипона данный продукт у нас обеспечивает температурный режим согрева от минус 5 до минус 10 градусов. Изделие еще и не промокает, при этом выдерживает самые агрессивные воздействия. Берем с вами стакан, прикладываем его к поверхности и переворачиваем. Вот давление воды на поверхность по факту должно просочиться сразу, моментально. Здесь этого не происходит. Не проливайка, это ваша любимая куртка. На поверхности остаются только маленькие нежные лужицы воды. Но с внутренней стороны все у нас с вами просто идеально и сухо. А давай прямо салфеточку подпустим. Вот так вот будем проверять и переворачиваем. Итак, смотрите, сверху у меня салфетка, где остались капли воды. Переворачиваем куртку и смотрим, салфетка абсолютно сухая. Выбирайте для себя практичное сезонное решение. И, Микол, оно же еще и легчайшее. Да, еще и при этом компактное. Также у нас с вами еще и дизайн, который работает на вашу стройность. Ведь здесь у нас с вами рукав реглан обеспечит возможности приобрести для каждого типа фигуры. Глубокий капюшон, фиксирующийся на кулисках, кармашки, которые при желании можно стянуть и закрыть, для того, чтобы дождливая или заснеженная погода не попадала. Но стягивание кармашек обеспечивает еще и приталенность. Резиночки по периметру края изделия по рукавам герметично фиксируют от того, чтобы воздух холодный не попадал. И даже по спинке. Это первая куртка в нашем телешопинге, которая выполнена со специальной стяжкой по спинке. Для чего? Для того, чтобы куртка по спине никогда не пузырилась. Премьера! Сезон в сезон! Сейчас, которая будет нас согревать до минус 5, до минус 8 градусов. Миколушка, пойдем выбирать расцветки. У нас их целых 16. И это впервые такой колоссальный выбор. Но, Микол, у нас уже с тобой некоторые цвета в ограничении. Итак, знакомимся с расцветками и с модификациями. У нас с вами будут представлены три модификации. Я вам продемонстрирую модификацию, которая называется граффити, и я вам продемонстрирую штрих-коды. Граффити у нас с вами представлено в пудровом розовом цвете. Цвет, который я намочил, у нас с вами называется сливовый цвет. Дальше идет оттенок хаки. Также есть у нас с вами красивый вот такой вот белый цвет. И завершает палитру бежевый оттенок. В прошлом часе его для себя выбирала Наталья Винтер. Да, верно. Также есть у нас с вами модификация штрих-коды. Здесь у нас с вами цветовая гамма в розовом цвете, в красивом вот таком мятном оттенке. Есть цвет джинсовый, классический черный. И, конечно, завершает палитру белый цвет. Вы его видели на нашей Аннушке сейчас на подиуме. Да, но палитру завершает, но расцветки у нас продолжаются. Итак, еще одна модификация, третья модификация, называется она буквы. Итак, мы с вами знакомимся с пудровым оттенком в этой модификации. Смотрим на него. Вот они, наши буквы в пудровом цвете. У нас с вами есть цвет джинсовый. Посмотрите на него, джинсовый оттенок. У нас с вами есть чуть более насыщенный синий вариант цвета. Но это еще не все. Цвет мятный на ваших экранах, вот такой хвойный оттенок. И черный цвет, фактически классика, но с буквами. Тоже посмотрите на этот вариант. И у нас с вами здесь размерная линейка. Внимание, сдвоенная. Микол, для чего сдвоенные размеры в нашей куртке? Сдвоенная размерная линейка всегда дает возможности дистанционно безопасной покупки. Верхняя одежда – это все-таки тот продукт, который мы надеваем либо с легкими, либо с более теплыми вещами. Есть погода, когда мы пододеваем под куртку свитер, а есть погода, когда мы одеваем просто шифоновую блузку. И сдвоенная размерная линейка в этом плане помогает. На примере, вот Анна, 52. Вот она выходит на улице минус 10, она пододенет под куртку теплый свитер. Для того, чтобы куртка не тянула, она идет 52/54, то есть свитер сразу уместился в куртку.
Более погода теплая, где-то минус 1, минус 5. Она надела блузы и пошла на работу. Ее куртка все равно умещает даже блузы, при этом оставляет свободный силуэт. Сдвоенная размерная линейка всегда помогает. Зимой мы набираем вес, вам дополнительно идет бонус. Именно вот эта вариативность. Поэтому сегодня очень выгодно. Да, ну вот ходила по магазинам, смотрела цены от 9 тысяч в лучшем случае. У нас сегодня цена главного предложения дня 2999. При оплате банковской картой дополнительная экономия в 5%. Ну вот смотри, в магазинах сейчас очень много представлено тренчей, ветровок, по сути, тренчи и ветровки уже свое отыграли. У нас сезон уже вот таких утепленных курточек. Да, и здесь у нас с вами куртка с самым удобным температурным режимом. Вот эти вот минус 5, минус 10, это самая такая странная погода, которая чаще всего у нас с вами и гуляет. А если вы автоледи, вот это плотный синтепон был извлечен из нашей куртки. Он прострочен и простегнут сам будет вот так вот нитками, но поверхность полотна, которая не промокает, и подкладки будет свободны. То есть вот эта плюшка будет работать на то, что как насос подкачивать ваш теплый воздух, и вот в этих вот ячейках она его будет герметично фиксировать, как будто, знаете, как в консервной банке, дающая возможности сопротивлению не промокать и не задувать. Поэтому евросинтепон и является одним из самых распространенных продуктов. Вот, а мне еще здесь нравится длина нашей куртки, и ты знаешь, то, что она не приталенная, но мы все-таки можем с этим поиграть, потому что у меня были, например, русские короткие куртки, это было непрактично. Да, здесь у нас с вами куртка достаточно удобна для дистанционной покупки, еще для всех типов фигуры средней длины, и у нас с вами здесь она не лишена стройности, причем эта стройность придумана очень идеально. То есть смотрите, у нас с вами кармашек в ветреную погоду, мы его стягиваем как кисет, тем самым убрали туда, например, ключи, телефон, кардхолдер, и чтобы он не намок. Но когда вы стягиваете кулиски, он придает женственности, и самое главное, по спинке идет специальная отстрочка для того, чтобы куртка не смотрелась мускулинно, чтобы она не сидела вот таким вот бугром. Видите, как она приталена? При этом это не портит дизайн. Выбирайте для себя, это розовые буквы. Вот, самое сезонное предложение. Теплая, легкая, такая модная, стильная и современная. Капюшон у нас в шикуртке есть, реверсивная молния, можно объем подстроить под себя. И правильная длина, которая закрывает паховую зону. Только сегодня куртка в 16 оттенках, сдвоенные размеры, непромокаемая, непродуваемая, со скидкой 58% по цене 2999 рублей. Успевайте заказать.